погоны, да, это, блядь? А, вот сюда, не бери! Сними свои погоны, блядь! Где храбрость, для которой с утра была? Да! Где дрова сухие? Если от печки убирать надо! Завтра Лала не будет писать, тебе беда! Давай дрова тогда сухие! Куда одел погоны? Какие там он пускаешь? Нахуй перевернем КамАЗ. А вот сюда не приедет, они сами там были. Сейчас все, блядь, в Казани подтянем, ребят. А вот они за нас пойдем. На всех! Ухуярили, блядь, чтоб потом в плен взяли и вам, блядь, хуй с яйцами отрезали, а потом вас тут вернули, и вы потом повесились нахуй через два дня. Росгвардия контролит, блядь, куда их нахуй всех, блядь? Опасались, проблему решить не можете, нашли, ОМОН, блядь, ОМОН. Теплое место, блядь. Ну их пора, это в менту в отцу. Конечно, ёпты, блядь. Мы сейчас все позвоним своим знакомым, тут приедь и ОМОН, и вас всех разъебем, если такую хуйню мутить будете, вы чё? Ебать, так звонить не надо, узнают сами. Чё, полковник, ну объясни пацанам-то, братвы, блядь. Пацаны пришли, сказали, пацаны, надо, мы здесь. Братвы, нахуй, я с братвы, блядь. Ты, полковник, блядь, чё ты можешь мне с братвы объяснить, блядь? А? Давай-ка, понюхай ко мне, блядь. Розетки нельзя, проведите сами грамотно, нахуй. Поставьте стиральные машины, каждый день мыться. И каждый день мы с утра до вечера в грязи будем с удовольствием.